Привет, я вот получила посылочку, вот такая вот она длинная, вот сейчас буду ее вскрывать, ну открывать, посмотрим, что там мне лежит. Вот я сверху открыла здесь, не знаю, как там отпечатывать, но немножко вот листочки подвяли, конечно, но сейчас я, в общем, попробую вытащить и посмотрю, что там. Вот я распаковала. Значит, вот это клубника Викода. Вот в таком она состоянии. Вот. Ну, придется ее посадить. Вот голубика. Вот такая. Но я почему-то думала, что это будет кустиком. Ну, большим. А тут что-то такое маленькое, непонятно что. В общем. Вот. И крыжовник бесшипный. Крыжовник бесшипный и все. Вот, немножко подвял, правда. Сейчас корневище. Корневище вот. Пленки тут все закрыто. Сейчас, в общем, будем сажать. Ну вот. Крыжовник не знаю, но вот корни есть, пойдет, не пойдет, наверное, пойдет. Это тоже, наверное, пойдет. А вот здесь что, я не знаю. Сейчас ну, попробую, открою, посмотрю. И почему-то думала, что будет большой, как деревце. Оно такая маленькая. Голубика вот такая вот, в таком состоянии. Я почему-то думала, что она будет совершенно другая, вся высохшая. Не знаю, вот сколько я за нее отдала. Что-то, ну, в общем, она мне вообще совершенно не нравится. Я почему-то думала, что это будет не кустиком, а такой, как деревце. Ну, вот такое я думала, как крыжовник будет. Вот. Голубика-гигант. Буду, ну, в общем, я отдала за нее 500 рублей, 499. Вот 500 рублей я отдала вот за этот саженец. Ну вот не знаю, отойдет, не отойдет. Мне кажется, она высохла. И такой корень у нее. В общем, ну посмотрим. Вот, ну в общем, не знаю. Если крыжовник, то он, может быть, еще и отойдет, потому что тут еще вот есть почечки. Вот. Ну, вот эта голубика мне совершенно не нравится. Ну, в общем, вот такое вот сухое совсем. В общем, вот 500 рублей я за нее отдала. Ну, в общем, вот так, товарищи. Пошла я сажать. Так, ну, может быть, корни открыть, посмотреть. Сейчас я открою корни, посмотрю. Ну вот я развернула корни. Корни достаточно так это большие. Вот если даже, мне кажется, потом пойдет отсюда. Но корни нормальные. Вот они были в коме земли. Вот. В общем, вот так вот я их посажу. Но я думаю, там тоже такие же. Вот. В общем, сейчас я ой, с вами попрощаюсь. Сейчас я с вами попрощаюсь. Вот. Пойду сажать. В общем, голубика, конечно, я ожидала другое. Пришло совсем другое. В общем, непонятно что. Я почему-то думала, что это как кустик будет вот такой большой, потому что там прям куст на картинке. А здесь я не знаю, но ну, может быть еще будет, но что-то такое, как у нас растет в болоте. Похожее на такое. Что они продают, я не знаю. Жалко, конечно, деньги за такое. Если бы я в магазине такое увидела, я бы, конечно, не взяла. На картинке совсем другое. Вот. Посажу, посмотрим. Мне кажется, она высохла окончательно. Ну, в общем, 500 рублей. Прям жалко деньги, конечно. Совсем вот такое высохшее. Тут даже вообще и почек-то не видно.
Высохло, совсем высохло. Ну, может быть, пойдет. Ну, посажу, буду поливать, посмотрим. Ну, там что-то есть, не знаю. Вот. Ну, такая голубика. Я почему-то думала, что будут вот такие кусты. Потому что на картинке там как куст стоит. Но не вот такое вот. Ну, ладно. Всем пока-пока. Посадила вот здесь вот, вот такие вот кустики клубнички. Вот. В общем, ну так я бы не сказала, что, ну неплохие, посмотрим. Такие вообще-то они вот тут толстенькие. Вот, ну посмотрим, как будет. Здесь получился 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Вот это совсем манюсенькие, но мне его тоже положили. Вот. Чернику я, значит, посадила сюда. Не знаю, отойдет, не знаю, нет. Но корень там большой, мочка большая. В общем, вот так вот он немножко высох. Можно сказать, не немножко. Ну, посмотрим. Я, конечно, думала на картинке там такой, ну, большой куст. А здесь что-то такое маленькое. Что-то напоминает чернику с болота. Ну, посмотрим. И вот сюда я посадила крыжовник. Вот немножко надо подсыпать. Вот такой вот крыжовник. Он бесшипный. Я думаю, он отойдет. Вот листочки. Вот. Я посадила, полила. Получилось 5 кустиков. Вот один кустик. Вот здесь вот у меня второй кустик. Я потом, если что, малину здесь вырублю в этом месте. Вот здесь второй кустик. Вот третий кустик я посадила. Но тут вот только почки. Вот еще так она не открылась. Но я думаю, что она откроется. Вот. В общем, и вот здесь вот четвертый кустик. Вот я посадила его. И вот здесь пятый. Так, малину я вот здесь тоже вырублю, чтобы не мешал. И здесь пятый, но он вот, правда, сильно подвял. Ну, там корни хорошие, посмотрим. Может быть, пойдет, с другие почечки откроются, пойдет. Ну, в общем, посмотрим. Здесь у меня было пустое место, и я решила здесь посадить. Кусты далеко. Ну, в общем, я хотела бесшипную этот крыжовник. В общем, вот мне его прислали. Вот. Ну, в общем, не знаю, как. Ну, я думаю, примется. Корни хорошие, большие. Ну, вот мне, конечно, разочаровала эта голубика. Я ее совсем по-другому представляла. Вот. Ну, крыжовник прислали 5 кустов. Ну, там, по-моему, 3. И потом плюс 2, что ли, что-то вот не помню. Я уже надо посмотреть, сколько я выписывала. Но я не думала, что 5 кустиков пришлют. Я когда стала разворачивать, смотрю, 5 кустиков. Ну вот это тоже радует. В общем, не знаю, как вот клубничка пойдет, тоже посмотрим. Хотела крупную клубничку. Вот. И в общем, ну вот такая у меня посылочка. В общем, я посадила, теперь будем ждать результат. И вот у меня раскрылась петунья. Тоже махровая, но она красная. Я вчера показывала вот эту, вот фиолетовую. А это вот красная. У нас была жара, и земля вот высохла. А вчера я поливала. Вот поливаю каждый день. И вот так вот в горшочке быстро, очень быстро высыхает. Вот. Ну ладно, всем пока-пока. В общем, сейчас буду собирать, монтировать, потому что не получилось снять одним видео. Вот, и это видео выйдет только если я включу, не знаю, как компьютер еще будет работать, нет. Вот. Ну ладно, пока-пока.